Так, у нас сегодня на работе праздник. Нам сегодня гуманитарную помощь дали. Так долго мы уже ничего не получали. Ни денег, в смысле зарплаты, ни еды. И вот нам выдали муку. Короче, набор стандартный, как и в прошлый раз. 5 килограмм муки, бутылка сонечникова Алия. Здесь у меня еще. Пластивцы вивсяни и 4 пачки вот таких вот спагетти. Кстати, видите, что стали делать уже вот на упаковке? Поскольку гуманитарку пиздят, видимо, в неограниченных количествах, кругом об этом во всех новостях рассказывают. На пакетах уже даже стали делать not for sale, не для продажи. Так, вот это вот мой сегодняшний наборчик. Душа прям радуется. У меня все жиры дома закончились. Вчера последнее масло выдавливало из бутылки, чтобы пожарить картошку на ужин. Боже, у меня слюна течет, как у собаки Павлова, глядя на масло. Вы представляете, рефлексы уже какие? Вот так сидеть без еды, без денег. Ну как без еды? Картошка есть, огурцы есть. Ну ты ж не будешь, капуста есть. Ну ты каждый день одно и то же ешь. Это что же? Хочется белка, хочется жира, молока, творога, яиц хочется. А этого всего нету. Поэтому едим то, что дают. И купить же ж не за что.